Давай, ребенка в школу пора вести. Угораздило меня с таким муженьком. Тебе самой-то не стыдно? Ребенок обосранный, весь ходит. Да ты хоть помнишь, в каком он классе? Черт, у него же ничего не куплено. Срочно, срочно закан с товарами. Поехали. Филипп, мы сейчас вернемся. Стоп, Юра, у нас же нет детей. Точно! Пошли отметим. Юр, мне ванна нужна. Это пипец. Посмотри на эти отеки. Твою мать! Алиса, бля, смотри, какие дыни налились. О, мне тогда же больше нравится. Господи, что случилось? Живот болит. Сходи в туалет. В чем в туалет? Внизу тянет. Ну, пожалуйста, купи. Да не буду я покупать твои тампоны. Ну, блин! Почему месячные у тебя, опозорюсь я? Юр, ну ты готов? Блин, я так хочу в них пойти. Так иди. Ты издеваешься? Что? Да хорошо тебе. Я же говорил тебе, что мне некомфортно. Да, я ласкаю его. Могу и по-другому поласкать. Лиза, а с кем ты разговариваешь? Это знакомый. Кто этот Гектор? Да это мой однокурсник. А почему он тебя хочет? Господи, Юра, он гей. О, Господи! О. Юр, познакомься, это... Гектор. Очень приятно. Это тебе, котенка. Спасибо. Гектор! Спасибо тебе, друг! Лизка так расцвела. Я не знаю, как для вас, друзья, для меня 1 сентября это день самых крутых и добрых воспоминаний. Не знаю. А, Кузнецов заколебал! Вспомнила? Да. Блин, а первая любовь у меня случилась в 5 классе. Тут была школьная дискотека. А она танцевала весь вечер с другим. А вот это. Убрали все с парт и достали двойные листочки. Друзья, ознакомили вам фраза «За 30 лет преподавания вы мой худший класс». Или помните, что смешного я сказала? Скажи, и мы вместе посмеемся. А наша учительница по биологии, когда я шумел в классе, она кричала: «Кузнецов, немедленно кончи!» А голову свою ты не забыл? Первый поцелуй. Кузнецов, выйди и зайди нормально. И что ж там, первый секс? Сказочник. Чё? In English, please. Ну а если меня сейчас смотрят школьники, дальше будет только хуже. Поэтому наслаждайтесь. Любимый, что тебе приготовят на завтрак? Родная, я уже проснулся в 3 утра и все приготовил для нас. Как же я тебя люблю. Да ладно, не мешать мне каждое утро. Да ладно, не жрать два ужина. Да не жрать два. Сосредоточься ты уже. Живот крутит у меня. Вишь, на какого-то дерьма пожрёшь. Дорогой, что ты делаешь? Годовые отчеты. Дорогой, что ты делаешь? Годовые отчеты. Я пустой? Не буду. Че, он скоро уже будет? Полчаса назад сказал, что будет.
Где товар? Чистая фета лучше. Это сиртаки. Где все остальное? Поставок больше не будет. Как так? Это все белая ведьма. Нужно ее разыскать. Где фета? Я не скажу ни слова. А теперь? Только не подсолнечное. Наградила тебя, матушка природа, от души. Спасибо маме. С утра ты еще прекраснее. Это просто гены. Вернусь сегодня поздно, малыш, полный завал по работе. Тоже сейчас убегаю, весь день расписан. Буду через 40 минут. Я очень голоден. Скажи, когда ты успеваешь готовить? Для любимого всегда время найду. Пойдем быстро в магазин, зайдем, батарейки нужно купить. Да, но если только быстро. Ladies and gentlemen. Сейчас бы, короче, батареечки куплю и домой сразу отдыхать. Любимый, смотри, распродажа. Давай зайдем на секундочку, кое-что для дома посмотрим. Батарейки. Фу, кажется, я вижу батарейки. Юр, пойдем, я проголодалась так. Ой. Я ведь так и не купил батарейки. Алис, ты попить хочешь? Да, спасибо. Замри. Здравствуйте, доктор Хайп. Это что, челлендж, да, проводим? Челлендж проводим? Пожалуйста, ребята, возьмите. Ребята, вы что? Ну что, пацаны, как вам такое? Весь этот лавандос я поднял за сегодня на ставках, честные бабки. Да что ж такое, четвертый вызов за день. Николай, забирайте его, давайте, забирайте его, Николай. Давайте. Честный папа, честный. Я расстался с тёлкой. Мне хуёво. Мне хуёво. Я расстался с тёлкой. Я расстался с тёлкой. Хуёво. Здесь хуёво. На самом деле похуй. На самом деле похуй. Она была не очень. Ой, Зоенька? Ты о**ал, что ли? Чё, Зой, ты чего? Да кто не очень? Ну ладно, Зой. Ты на кого похуй, а? На самом деле похуй. На самом деле похуй. Я расстался с тёлкой.